окрестности Шангуя. И Шонга, как его называют. Какой-то товарищество, садовый участок. Прометей называется. Березы великие, еще такие маленькие. Пособираю. Заячий конец. Горные ключи. Пойдем. Такое попрыгать уже на дереве. Утро доброе. Здесь такая стоянка. Вот. Древеник. Лавочка. Навес. Кострище. Я вниз вверх поднялся. Пойду вниз, посмотрю, они там делают. Такой вид красивый. Еще одна палатка стоит. Вот он виднеется, банька. Сейчас подойдем поближе. Ну, уже 8:30. Уже пойдем кушать. Кажется, дождь собирает. Уверен? Да пора бы уже. Обещали. Это мой первый выход в лес в этом году. В пятницу мы ушли, и в воскресенье мы уже вечером, ночью будем дома. В пятницу мы ночью сюда пришли, поставили палатки, костер, до 6 часов разговаривали, общались с ребятами. Все разные, но все любят ходить в лес. Причем они обычно ходили по одному, ну как и я, потому что в лес придут несколько дней. Такое красивое место под Шангуем, поселок Шангуй. Вон там моя палатка самая маленькая, одноместная, где-то защитного. А у них они какие-то яркие, но желтые. Ой, синие, красные. Зеленые, желтые.
Второе утро в лесу. Недавно проснулись. Такие вот красоты здесь открываются. И вот такая громадная сосна. Такая редкость для Мурманска. Это поселок Шангуй, но все равно это не так уж недалеко от Мурманска. Какие красивые места здесь. Мы идем на тусовку. Высокие ели. Мы очень далеко от города. Это уже горы, как раз. Там нам осталось подняться еще 25 метров. Да, Чёртова Айвеч. Ручки. Снежок лежит. Там кола виднеется. Вряд ли это Вики возьмет. Кола. Навигаторы по-разному. Там бутылка какой-то жидкости, соль. Одинокая сосна.
поваленная сосна. Такой корень. Издалека я думаю, что это берлога. И у нас тут куркумы их называют. И у меня разряжается аккумулятор. Что не очень хорошо. Нам еще где-то 2 часа идти. Очень красивое место. Елки. Такой бугорок красивый. И высокие елочки. Куркумы. Такая небольшая пещерка. Дерево в камне растет. Еще одно такое же. Там реально вот большая береза. Чисто в камне. Вот. И вон еще одна. О. Да, видел. Во, такое чудо. Там целый, ну там уже нет, все равно там на камне. Береза вросла в камень. Такой. Оп, полстола в камне. Живая. В отличие от той ели. Вот, смотри, как там красиво. А это хороший какой лес. Пол дома можно построить. Да. Строительный. Вот и начался долгожданный дождик. Ну хоть уже почти перед выходом. Нам еще идти 5 км. Так, свежий свет лося. Свежий же он будет. Да. Недавно лось прибежал. Вот. Наверное, прыгал здесь. А вон его там следы еще. Лось, выходи, кушать хочу.